Всем привет, боже, я так волнуюсь. Наконец-то стартовал мой первый влог, пилотный выпуск. Надеюсь, я вам буду очень интересна. Ну что, поехали? Ой, я забыла представиться. Меня зовут Мируэр, мне 26 лет. Я дочь, мама, фотограф, видеограф, телевизор, декоратор, любитель готовить. Ну, об этом всем я расскажу и покажу в следующих выпусках. Так вот, на днях позвонила моя лучшая подружка с небольшой просьбой. Привет, Мира, как у тебя дела? Я звоню тебе по очень важному делу. Мы со съемочной командой собираемся к тебе в октябре. Поэтому расскажи мне, пожалуйста, где у вас можно вкусно покушать, на каком транспорте лучше всего добраться. Также нам нужно недорогое и комфортное жилье. Кстати, расскажи про все достопримечательности и места, куда можно сходить, и также крутые локации. Так что жду обязательно. После разговора с Айнурой я подумала, почему бы первый выпуск не посвятить городу Актюбе. В 2017 году я вышла замуж, и за 2 года он стал мне таким родным. Сейчас я нахожусь в аэропорту, и как любого туриста бы меня интересовало, как же добраться до города. В основном Актюбе предпочитают мобильные приложения, как Яндекс или Индрайвер. Цены от 300 тенге. В автобусах 80 тенге за проезд. Как вы видите, мы уже находимся в самом хостеле. Тут очень симпатично, и цена начинается с 1500 тенге. Что еще нужно для туриста? Вкусно-сытно покушать и дальше в путь. Цена варьируется от 1000 тенге. Ну вот, мы подобрались к самой интересной части. Что надо посетить в городе Актюбе? Актюбинское море, Арбат, Тау, Центральный, Стадион, Актюбе! 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 Да-да, я нахожусь в сердце нашего города, и каждый актюбинец любит стадион за атмосферу, царящую тут. Я рекомендую посетить матч красно-белых и влюбиться бесповоротно, как я когда-то. Вы почувствуете нереальный драйв от знаменитых на весь Казахстан болельщиков 13-й сектор. Цена за билет от 300 тенге. Также меня связывает моя личная история. Мы с супругом зарегистрировали брак именно тут. Это было очень круто. Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах, лето летала, ты моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса бала. Ночь перемен, мысли растаманна, пока не устал. Музыка играла, кто-то курил, кого-то впирал. Это дура, дури, мара.